Возвращаясь к Ринату Ахметову, мог ли он остановить оккупацию Донбасса россиянами? Потому что тогда многие говорили, вот сейчас Ахметов скажет свое слово, и россиян тут не будет. Ну, вы знаете, Дмитрий, если украинская армия и все украинское государство 3,5 года ничего не могут сделать, то что должен был сделать Ринат Ахметов? Ну, его называли хозяином Донбасса. Он был хозяином Донбасса? Нет, понимаете, тут легенды можно создавать как о том, что мы финансировали там «Свободу» и еще кого-то, там и «Правый сектор», и «Пятый угол». Я... Что такое хозяин Донбасса? Самый крупный бизнесмен, да. Меценат, да. Ну, хозяев нет у нас ни в одной территории. Правда ли, что после оккупации части Донбасса в особняке Рината Ахметова поселился лидер так называемой ДНР Захарченко? Ну, я читал сам в интернете. Никакой достоверной информации у нас из Донецка нет. То есть это неизвестно? Неизвестно.